Видео предоставлено сайтом onlinegdz.net. Снова здравствуйте. Сейчас мы выполним задание Lesson 49, урок 49, Exercise 3, упражнение 3. Прочитай рассказ Эндрю о его младшей сестре. Найди ее на картинке. I have got a sister. She is nice and kind. Her name is Rose. She is 5 years old. She has got a lot of toys, 4 dolls, a doll's house, 2 teddy bears, 3 balls, and a bike. She likes to draw and play with her toys. Rose is a smart girl. She likes to ask a lot of questions. She asks Mom, Dad, and me a lot of questions every day. She asks her questions in the morning and in the evening. She asks a lot of questions. Why, where, when, who, what, how many. And many of her questions are funny. Read some of the questions. Why are the flowers beautiful? Do elephants go to school? Where does Santa Claus live? When is Tiny's birthday? What is a teddy bear's name? How many sweets can you eat? Can you answer Rose's questions? I can't. У меня есть сестра. Она симпатичная и добрая. Ее зовут Роуз. Ей 5 лет. У нее много игрушек. 4 куклы, кукольный домик, 2 плюшевых мишки, 3 мяча и велосипед. Она любит рисовать и играть в игрушки. Роуз – умная девочка. Она любит задавать множество вопросов. Она задает маме, папе и мне множество вопросов каждый день. Она задает свои вопросы утром и вечером. Она задает много вопросов. Почему, где, когда, кто, что, сколько. И многие ее вопросы забавны. Прочитайте несколько вопросов. Почему цветы красивые? Асланы ходят в школу? Где живет Санта-Клаус? Когда день рождения Тайни? Как зовут плюшевого мишку? Сколько конфет ты можешь съесть? Вы можете ответить на вопросы Роуз? Я – нет. Итак, мы прочитали и перевели рассказ Эндрю о его младшей сестре. Теперь нужно найти ее на картинке. Из описаний в тексте можно догадаться, что Роуз изображена на картинке номер 3, так как вокруг нее есть куклы, кукольный дом, плюшевые мишки, а также она рисует, как указано в тексте. В одном предложении «She likes to draw and play with her toys». Она любит рисовать и играть со своими игрушками. Роуз изображена на картинке 3. Наше задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.